Детонатор. Живлення. Є картинка. Готовий. Все, я полетів. Всплывшая тема касательно вот The Astrophysical Journal, исследование касательно парадокса так называемых новых галактик. То есть, по сути своей, мы в небе не видим ни одной новой галактики. Ну, по сути своей, новой галактики, хотя там как бы материал для нового звездообразования все-таки имеется. Как вы думаете, почему это так? Еще раз повторите кратко вопрос, потому что какой-то немножко набор. А вы думаете, почему не появляются новые галактики? Допустим, наши галактики, она всего лишь на 200 миллионов лет моложе, чем сама Вселенная. Я понял. Не знаю, не могу вам сказать. Ну, очевидно, что галактики, ну как бы зародыши галактик образовались в самые, скажем так, первые моменты после Большого Взрыва, ну сравнительно я имею в виду, а сейчас просто этого не наблюдается. Потом опять же таки, ведь считается по современным представлениям, что ну, каждая галактика должна иметь в своем центре сверхмассивную черную дыру. Не всегда, допустим, некоторые... Ну не всегда, но практически да. И вот, допустим, сказать, как это сейчас может вдруг так вот по-новому так образоваться, я, честно говоря, не очень себе представляю. Ну, разве что при столкновении других галактик и, соответственно... Ну, разумеется, но это другой вопрос. Ну, тут я вижу ответ совершенно в другом, то что как бы, так как, по сути, своей галактики это центры звездообразования, то есть, по сути, своей между галактиками это миллионная пустота, которая, ну, там, считай, один атом на несколько парсеков, может быть, между галактиками. Это очень пустое разреженное пространство, где, как бы, материала недостаточно. А Вселенная в ранние годы была более-менее однородной. Поэтому ну, в принципе, галактикам да. Образовывается более-менее четкой гравитации. Да, ну, то есть в межгалактическом пространстве недостаточно материи ну, для да. образования кстати, галактики. Вы, кстати, первый человек, который вот в таком вот направлении начал, ну, вот в таком направлении мне ответил, типа, вот. А остальные просто вот немножко тупят. Ничего страшного. Вы знаете, я тоже небольшой в этом специалист. Ну, не могу понимаю, вам сказать, что... так сказать, как-то так. Может, еще что-то спросите, скажете? Ну, да нет, в принципе, думаю, вы можете меня что-нибудь спросить. А я вот харьковчанин, правда, сейчас не в Харькове, но все равно на территории Украины. А вы откуда? Новосибирск. Новосибирск. Замечательно. Город ученых, инженеров, техников. В принципе, справедливо. Ну, как это? Правда, там это в большей степени относится как академгородку, чем... Не только, это территория соцгородка, это заводы Мечкалова, это различные предприятия, в том числе на левом берегу, столетейный, там же стрелочный завод, в том числе у нас расположенный в Первомайском районе, он занимается производством, собственно говоря, железных, ну, железнодорожных стрелок, он занимается ну, как бы, железнодорожным производством в целом. Есть у нас куча предприятий по всему городу. У нас и университет, и Сибгути, кстати, по-моему, туда эвакуировали Луганский агрокультурный университет. Ну, это, у нас очень много там ГУЭУ, там не только НГУ уже, еще не есть филиалы Томского университета, есть филиалы ростовских университетов. У нас все, как бы, город... Только Томск может, скажем так, нас обогнать по количеству высших учебных заведений. Ну, у нас когда-то в Харькове тоже очень большое количество учебных заведений было. Ну, не только производственных. Если бы не развал общего формата экономического уклада, который произошел в ходе трагедии 90-х годов, то, в принципе, можно было бы продолжать сотрудничество, в том числе в промышленном плане. Этого вот очень много не хватает. Вот, допустим, у нас производились вот заводы этот... радиоэлектроники, мы производили как бы великолепно ну, очень много прожекторов. И тем более мы гордились этим званием, и по сути своей мы
поставляли огромному количеству городов, там, на стадионы там, и так далее. Даже фонарики мелкие. А вообще, что мешало после 90-х годов? Так разрыв цепочек. Так разрыв цепочек, что мешало? Развал государств, соответственно, каждый предприниматель, каждый олигарх тянул одеяло на себя. Это я не только про между Украиной и Россией, я говорю про то, что было внутри этих стран. Единственное, кто этого избежал, это Беларусь, это развала этой экономической цепочки. Они попытались все-таки у себя все удержать. Это вот как бы плюс политики Лукашенко. А вот другие, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, в России, на Украине, произошли, особенно вот Прибалтика, это просто дичайший развал, когда частник оказался, это худшее проявление частного собственничества. Когда частник оказался таким лютым пидорасом, что он буквально вместо того, чтобы развивать предприятия, он начал их, он продавал их кому, хоть на Запад, хоть другому участнику, неважно, это просто разбазаривание собственного имущества, которое случилось. Так а почему так? Никто эти связи общеэкономические не поддерживал, никто абсолютно. И это поистине является трагедией. Если кто-то делал, это единственное. Ну, подождите, вот, например, наше предприятие «Хартрон» предлагало вашей космической отрасли продолжать производство радиоэлектроники. Почему ваша космическая отрасль отказывалась? Это мы постарались, потому что Новосибирский завод радиоэлектроники тут перехватил инициативу. Перехватил инициативу. Ну, потому что это было связано с строительством космодрома Восточного. Нет, это еще задолго до Восточного. Нет, план космодрома Восточного подключался еще в 11-ю пятилетку. Если так сказать. То есть космодром Восточный, так сказать, привел к развалу связей. Не только, это в принципе, господи, там что было, там и такие истории были, я если расскажу о том, что-то там было вот с тем же, господи, по-моему, да, Самары, вот бывший Куйбышев, это, как бы сказать, они там разрывали связи с нашими заводами, с нашими предприятиями. Так, а почему? Дело. Это так, дела, а когда почему? Все частники разрывали со всеми отношениями. Так, а почему? Это дичайший капитализм, потому что капитализм дешевле. А не дичайший капитализм как-то может работать? Ну, это только Беларусь. Беларусь. В Беларуси, так сказать, космос. Беларусь государство не регулирование, поэтому капитализм не дичайший. Не дичайший. То есть в Америке развитие космоса. В Америке, если вы хотите рассказать про Америку, то там вообще на сайте вот того же завода, там, господи, мы же в свое время гордились, что какие-то города, наш аналог Чикаго, так сейчас посмотрите на Чикаго, что там произошло. Я про там космос в Америке. Там же предприятия, там даже гиганты по типу Бостон, Боинга, господи, кого только нет, чего перечислить, они все закрывают предприятия, куда-то вне страны, потому что там дешевле рабочей силы, там Мексику, Латинскую Америку. Китай раньше увозили, сейчас, конечно, там рабочие силы подорожали. Сейчас в Индию, Индокитай, все. Поэтому космос в Америке загибается. Предприятия закрыты, а свобода бизнеса еще когда вот фармацевтические компании не лоббируют интересы в том, чтобы американские донаты на здравоохранение уходили им. Я понял. Поэтому космос в Америке загибается. Ну, Америка, она живет только за счет колониальных процессов, вот тоже, по сути, надавливая на ту же Францию, которая... Да-да-да, поэтому космос в Америке загибается. Через свою сферу колониальную. Ну, да-да-да, поэтому космическая отрасль в Америке загибается. Космическая отрасль, если имеется в виду SpaceX, так это чисто государственное предприятие. То, что сейчас происходит с Боингом, вот... Недавний космический полет отложили на 6 месяцев. Да, поэтому космос в Америке загибается. Любая частная инициатива, она тоже становится государственной. Без государственной поддержки чисто частная нет. Поэтому космос в Америке загибается. Оно не загибается, потому что государственное участие.
А в России не государственное участие? Ну, а оно у нас что, загибается, что ли? А У нас стабильно какие? летают союзы. У нас Точно, стабильно точно, летают. точно, точно. Союзы стабильно летают. Да. А в И чем проблема? да, Грузовые грузовые рейсы, летают. пассажирские. И пассажирские летают, да. Да, вполне себе. И исследования космоса происходят. А в чем И проблема? Даже спутники. сегодняшний российско-немецкий зонд, который Германия отказалась финансировать, он продолжает работать. Это Продолжает работать. И там продолжает чудесные функционировать. результаты Если вы и говорите публикации. о том, что какие-то серьезных открытий по типу Джеймса Уэбба, так Джеймс Уэбб это не только результат американской, это результат всего как бы достижений многочисленных стран. Если, о, господи, да, тот же Китай, он только начинает, допустим, мы взяли нишу производства пассажирских рейсов. Если радиотелескопы, то радиотелескопы спокойно работают. Если астрономическую отрасль, которая это связана с космонавтикой, так космические телескопы у нас строятся спокойно. А текущий вот Космические телескопы в России строятся, да. Строятся ну, в чем космические проблема? телескопы. Так как никакой проблемы же нету. Известные космические радиотелескопы России и космические телескопы в России. Замечательные результаты. Так Хаббла уже давно обогнали. Радиотелескоп это буквально спутник, который отправляется на орбиту. Там, Спутник, да. До сих пор спутник. Это работает. тоже на точку Лагранжа А. Да. До сих пор целая куча их работает. Куча научных данных просто. Девать некуда. Еще. Ну какой сейчас они... радиотелескоп работает? Вы так говорите, как будто вы сильно знаете про то, как работает наука. Да, как работает наука. Какие у вас сейчас, какой у вас сейчас работающий радиотелескоп? Или там, что у вас, семейство радиотелескопа? Спектр-РГ называется. Он работает сейчас? Да, Вы уверены в этом? Да. Что спектр РГ работает сейчас и дает да. данные? Как вы замечательно. Он работает с 21 октября 2019 года. 19 года. Чё, вы уверены в этом, что работает? Давайте проверим, просто а интересно. Хаббл с какого года работает? Что-что? А Хаббл с какого года работает? С 91-го. Ну. В чем проблема? Ну. Спектр РГ это не радиотелескоп. Вы напутали. Радиотелескоп какой в России сейчас работающий? Все, спектр РГ не радиотелескоп, а это рентген гамма расшифровывается. Да, радиотелескоп, какой работает? Какой работающий радиотелескоп сейчас в России? Радиотелескоп, какой работающий сейчас в России? Рентген гамма, то есть. Да, рентген гамма, какой работающий сейчас? Радиострон. Радиострон работает до сих пор, радиострон у нас. Работает до сих пор радиострон у нас в России. Полноценный обзор погрешности, эволюция. Радиострон, вы полагаете, что до сих пор работает? Даже круче, рентгеновский, это респиратор. Это даже это круче. Так, да. Радиотелескоп, какой работающий сейчас в России? А2000. Орбитальный есть сейчас радиотелескоп? Есть хотя бы, ну я не знаю... Данные, ну я не знаю, хоть как-то под мировой уровень, например, система миллиметровых телескопов зарубежных. Нет, ничего такого нет у вас, нет? Орбитальный радио, а что-нибудь орбитальная астрономия есть у вас? Спектр-Р, так сказать. Ну да, спектр-Р, да. Радиострон, еще раз повторите. Эллиптическая орбита.
Эй, сколько запусков было за прошедший год? Интересно, сколько было запусков до Джеймса Уэбба? Да. Сколько запусков было у вас? Вообще просто запусков за прошедший год. А сколько было запусков до Джеймса Уэбба? Запусков до Джеймса Уэбба кого? Ну, таких же телескопов. Таких же телескопов. Но Это Джеймса Уэбба уникальный телескоп. как и мы, до спектра РГ. Да. Что мы запускали Нет, до я Джеймса вообще Уэбба, кроме просто говорю, что спектра просто запусков, сколько вы сейчас в год делаете? РГ? Просто запусков. Просто запусков. А я думал, вы запуски телескопов, ну да ладно, просто... А, ну да, вы думали, да. Так а что, разве рентгеновские телескопы это что-то уникальное? До этого нет, на орбите нет и не Радиотелескопы было что-то рентгеновских уникальное? телескопов? Господи, даже в Америке каждое открытие новой обсерватории это буквально событие века. Ну, у вас Если вообще наземные, может быть, какие оптические телескопы есть в даже России? наземные телескопы оптические нет. Наземные оптические телескопы в России какие есть? Господи, если вам пересчитать, Ну, 26 какой самый миллиардов, известный оптический? система это АДУ, АЗТ, Да, какой самый АСИ, известный российский? АСП, Точно, 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 точно. Публикуют снимки постоянно. Какой самый известный оптический, публикую самый снимки, мощный да. Я оптический публикую телескоп снимки, зайдите на сайт российский? Роскосмоса, Да, там конечно, я есть зайду. снимки, которые они публикуют. Если вам лень банально загуглить там в Яндексе, я это... Да. Ну, Какой там ваши самый проблемы, мощный у как вас компания. оптический телескоп российский? Если... Какой самый Вот мощный оптический российский телескоп? продумаем. Господи, сегодняшний момент, если говорим про количество Какой самый запусков... известный у вас, самый мощный оптический телескоп? Я не говорю, орбитальных у вас нету. Просто наземный. Какой самый мощный оптический телескоп? Самый мощный оптический Ну телескоп? да. Ну, то, что мы с медикой приебались, конечно, да, но БТА. БТА, да? И как работает? Там зеркало Спокойно. меняли. Спокойно. После замены зеркала ваши ученые заявили, что он Он не сидит, видит он больше спокойно ничего. сидит в Карачаево Черкесии и себе наблюдает. Да. Станица Зеленчукская. Спокойно себе наблюдает. И главное, данные есть замечательные. После замены А в чем зеркала ваши проблема? ученые Да, заявили, что... данные есть. Алло, алло. Господи, да на хабр Да, зайдите, конечно, подумайте. на сайт зайти. После замены зеркала ваши ученые заявили, что там видеть Ой, ничего господи. невозможно. Не, получается, тогда мы на слово верим, что там НАСА публикует там всякие фото, потому и тем более они раскручивают медийно, это хорошо. А то, что как бы у А нас на кто вам рассказали, мешает реклама раскручивать лень, да, медийно? это не доказано, потому что не публикуют. Не Потому доказано. что А не пиарят. кто вам Ну, мешает снимки не медийно? пиарят, значит их нет. Если не распиарены, значит этого нет. Я так Я понял. понимаю. Кто вам мешает? У вас нет пиар-машины для того, чтобы показать ваши достижения? Объективно. Россия просрала пиар-машину. Мы не умеем пиар. А, вы не умеете пиар. Русский дух умеете пиарить, а научные достижения нет. А кто его пиарит, конечно, это вопрос. И потому что я даже не знаю ничего А, такого Russia финансового, Today прям не не умею. может рассказывать про ваши достижения в науке? Ну, у нас есть только Или какие-то хирургические смеяться все статьи. будут над Нас роботом максимум Федором? можно узнать об этом от канала по типу «Космос просто». Все. Да, я понял. Да, это действительно У нас просто на машинах серьезный для пиара, ресурс. да. Да, И мы про все серьезный молчу, как ресурс, бы. да. То, что у нас не раскручивается, это плохо, да. Но снимки есть, они замечательные. Ну, я же говорю, смеяться только будут, знаете, над роботом Федором. То есть смеяться будут, да, то, что столпы творения там в различных диапазонах, это тоже прекрасные фотографии. Мы делаем, в том числе, это по... А где можно посмотреть на ваши Блин, посмотри фотографии? на сайте Роскосмоса. Банально, Роскосмос. зайди на сайт Роскосмоса. Вот на сайте НАСА вот есть
аналогичный раздел. Посмотрите в оригинале. Вот на сайте Роскосмоса такое есть. А, кстати, у вас есть хотя бы один телескоп с адаптивной оптикой, чтобы вот так это можно было увидеть? Ой, я в такие дебри, конечно, не лезу, как любитель. Однако, точно есть, потому что... Точно есть. О таких нам рассказывали. О таких рассказывали, да? На экскурсию. Мощный, наверное, какой-нибудь прибор с адаптивной оптикой. Мощный телескоп. Снимки со спутников аппаратов. Станки, вот, снимки со спутников, ресурс П. Вот, буквально захожу. Да, столпы творения. Так, столпы творения. Тут это Космическая область, Юг России, чемпионат, этап. Есть Метео-М. Столпы творения. Там еще, кстати говоря, Рогозин ваш. Нет, снимки с Марса. Это из космоса. Точно не у Хаббла своровали. Свои, подождите, секундочку. Фотки с Земли. Секундочку. Господи. Да я понял. Столпы творения, чем вы сняли? Каким прибором? Понятия не имею. Мы сняли. Ну, сняли. Не знаете, каким прибором сняли? Я не знаю, как устроен, я не технарь. Но я знаю, что снимают. Я вам не перечислю даже, какие там есть инструменты у Хаббла. Я не перечислю вам, что есть у Джеймса Уэбба. Я не перечислю там, каким образом там этот ТАРЦ-проект используется. Я знаю, что этот проект есть, я знаю, что... Ну, смотрите, подождите. Столпы творения снимали замечательно, красиво Хабблом. Если вы будете начинать вот этим давить на то, что... Да, а назовите, ну, назовите... Тогда я вас могу аналогично спросить, назовите какую-то там, я знаю, квантовую массу электрона. Квантовую массу электрона? Ну, я вот... Вот понятно, ну вот условно говоря, скажите там, не знаю, там, назовите, с какой частотой возникает колебание в квантовом поле. Ну, что за бред? А вы что, набор слов. Физику не изучили, да? Набор слов. А, то есть квантового поля не существует? Существует квантовое поле. Вы какие кварки знаете? Секундочку. Ну вот, чтобы задавать такие вопросы, вы кварки какие знаете? А, ну глюон, мюон, потенциальный... Не-не-не, кварки, не мюоны. Электрон, позитрон. Кварки, электрон это не кварк. Кварки какие верхний, знаете? Верхний, нижний. А еще? Все? Сколько их всего? А, я просто думал, вы как-то про элементарные частицы изначально говорили. Ну, вы думали. Так вы же выслушайте вопрос глюон, сначала. Верхний, нет, не глюон. Глюон. Нижний, да, классно. Очарованный там, по-моему. Странный еще там. И странный. Бозон Хиггс. И бозон Хиггс, да, чувствуется, вы разбираетесь. Ну, бозон Хиггса. Подожди, какое у вас вообще образование? Юридическое. Великолепно, просто замечательно. Ну, видно, что... Ну, для человека, который знает юриспруденцию, для меня, как бы, мы должны знать все полупрофессионально. Ну, разумеется. Я просто думал, что вы физик, так вот, ну, как бы, по напору. Я гуманитарий, я же сказал. Я понял, все понятно. Ну, не буду вас больше беспокоить.